Не, Ютуб, Перископ, это уже все пройдено, это говно для меня, потому что меня там банят, и нафиг мне это не нужно. Еще потом эту подливу, которую мне потом показывают другие люди в погонах, ага. И говорят, это что такое? Я говорю, ой-ой-ой, Игорь, извини, пожалуйста, извини, начальник. Я больше так не буду. Не, ну на самом деле, какую мы нашли в этот момент? Если была бы маска петуха, я бы, может, ее одел. Или маска крысы, или маска гея. Маскин, Мастром. Ага. Короче говоря, просто маска нужна была. На самом деле могла бы быть другая. Я могу эту маску выкинуть, одеть другую. Ага. То есть ее, она просто возвращается ко мне. Я ее везде теряю, она ко мне в итоге возвращается. Где бы я ни был. Ага. Как бумеранг. Значит, это моя маска, чё. Так. Маска замечательная. А что ты чай-то не пьешь? Какой чай? А, извини. Там кофе был? А, я выпил просто. Так, ладно. Кто самый опущенный в русском рэпе? А ты называл его уже до этого. А, то есть... Никита его имя. Сошлись мы. Да. Тогда, ладно. Вопрос, да, такой свеженький у всех на обсуждение. Оксимирон или гнойный? А кто такой Оксимирон? Оксимирон это... А, я понял. Это который этот? Что-то это самое, типа, у нас в клубе, да? Да, нет, вы почти... Да не, я не могу говорить про них, я их не слушаю. Но у меня есть фит с гнойным, значит, он гнойный-то. Ага, все, замечательно. Но Оксимирон просто, у меня нет с ним фита, значит гнойный. А если запишешь фит? Если запишу, значит, и гнойный Оксимирон будет. А там пока гнойный уже. Все у меня просто как-то, просто как в аптеке, по рецепту. Кстати, запись видео была автоматически остановлена. Замечательно. Это я просто... Отлично. Тогда мы сейчас, я думаю, прервемся на одну песню, постановим про то. Давай послушаем. Да поставь Слепнот, пожалуйста. И... Старый, добрый. Слепнот. Сейчас... Не, или Агутина. Агутина? Да. Леонида. Босоногий мальчик. Слушай, давай я тебе на уход поставлю, чтобы найти. А пока что сейчас послушаем Яна Брауна. The World is Yours. Давай, конечно. Конечно. Зовут Алена. Вова, да. А, Вова, Вовка. Почти что ВВВ. ВВВ. Но ты, на самом деле, конечно, обиженный немножко. Подвижный. Ладно, поехали дальше, старина. Окей, у меня осталось совсем немножечко вопросов. Зря. И... Ну, нет, мы сейчас можем. Вот ты текста не учишь, ты сразу их рождаешь. Я сейчас буду также вопросы. Все, понял ты. Вообще, иди. Так. На какую песню у тебя будет клип на фоне Хромакея, ты говорил? А, вообще не знаю, кстати, с Хромакеем там произошла какая-то... Ну, там появились новые, короче, эти режиссеры. На самом деле, они, как тебе сказать, они могут снять красиво, но они идеи сами не подают, и приходится самому думать, а я хочу что-то сочное. Ага. Я смотрю вот клипы чужих всякие, вот, мне нравятся чужие, ну, не русские. Ага. Вот, например, вчера я смотрел Schoolboy Q клип. Ой, крутой, да. У него пару клипов очень такие... Там, ну, то есть там стараются люди, но то, что он снимает, конечно, в России, опять эти вопросы, что это у вас на клипе за зеленая хуйня, блядь. То есть кого-то интересует. А я, например, не понимаю, почему там никого не интересует, что у него там в пакете, в клипе в этом, который там, понимаешь, тут немножко другая ситуация, я не знаю, что делать. Может, мне в Америку переехать? Как Big Russian Boss сейчас во Флориде же, да, или в Майами, где он? Майами. Миами. Не, я ему, кстати, привет шлю огромный, люблю я его. Как, кстати, прошли съемки? Хорошо, кстати, прошли, только я не знаю, когда сейчас Должанский вышел, я, наверное, следом иду, потому что в тот день снимали троих, и, ну, я, Должанский, кто-то еще был. Нет, Стас Давыдов вчера вышел. А, ну все, значит, я вот после него был. Вот, после, вот, да. Вчера был. Просто у меня сложный выпуск был, я немножко там испугался. Не, ну реально, я там еще был в таком состоянии потерянном. I'm lonely. Не, ну нормально, вроде сняли нормально, они сказали круто. Там реально серьезно, там все там такая... Там народу больше за камерами сидело, чем вообще. Я вам просто... Я еще офигел, когда Должанский его голос слышу. Я думаю, как он здесь не может... И он в итоге вышел с колдуном. Этот колдун Григорий Малиновский вообще меня просто... потряс. Ну, это вообще замечательно. Нет, серьезно. Слушай, вот ты вот
ты как знал, как будто подведел мой список вопросов, я хотел спросить, ты планируешь что-то прям совсем новое, что раньше не делал? А да, ты, конечно. А ты взял такой уже весь в пиджаке, мне тут рассказал. Да, я тебе уже секретно рассказал. А может не в пиджаке, а в водолазном костюме. Или знаешь что, вот этот вольной борьбы костюм, как он называется? Борцовка. Да, офигительно. Там просто мне нравится, как я ух, а мне нравится этот костюм. Не, он прикольный, нижняя часть мне очень нравится, 3D. Велосипедки еще, второй вариант. Ну, короче, я буду думать, что это... Понимаешь, можно зайти в магазин, увидеть, опа. А вообще, я искал этот, остальную часть от маски. Там же есть низ. Да ладно. Да, но он на eBay продается, просто он стоит 10 тысяч, мне фану просто покупать. Если подарят, то с удовольствием. Все, я просто привык. Если слушаете сейчас, Ральф. Да, дарите, или, дарите. Или смотрите, в общем, вот в камеру. То вообще, ребят, молодцы, дарите Паше технику костюм. Дарите женщинам цветы. А Паше технику костюм. Yes. А мне можете теперь как-то. Может тебе что-то покурить привезти? Нет, это кто-то там просто просил тебе сигареты, парламент One. One. Нет, мы занимаемся рекламой, тоже нельзя. Да, вообще не знаю, что сделать. Запикали, короче. Все, забыли. Ральф радио здесь. Слышь, ты вообще, что ждешь от сегодняшнего концерта? А сегодня концерт? Не сказали завтра? Да ничего не жду, надеюсь, будет хорошо. А если даже будет плохо, то у меня-то все хорошо. У меня в ковиде все хорошо, поэтому в этот раз no. No woman, no cry, как говорил джедай. Боб Марли. Да. Кстати, плохо тоже. Боб Марли тоже нельзя говорить. Почему? Ну, потому что он же что делал? Ага. Футбол играл. Футбол играл, на гитаре брюнчал, футбол играл. Еще и расизм повешает. Черный же. А что же, мне сказали же, я говорю, футбол играл и... Все. Футболист Пеле. Слушай, ты вот пока мы сейчас входили на перерыв, ты мне сказал, что вот тебе нужен кто-то вот сочный на версу, чтобы ты прямо обломал его. Да, я забыл сказать, знаешь, что мне предлагали? Есть такой в Украине Максим Доши. Да ладно. Да, но его не пустили, и что-то испугались они, когда-то вот эти начались на Украине штуки, и его, у него, оказывается, концертный директор есть. Он. Чего? Доши? Да, ты посмотри, у него клипов, да, блин, а МС Анюта, знаешь? Ой, такой? Она у меня была в гостях в самом Фибрате. Нихуя. Ну я же блогер, я типа веду такое шоу. А как она приезжала, что ли? Не, смотри, у меня, короче, фишка шоу такая, я, ну, типа, делю передачу на две части, первую я, короче, там рэперов опускаю, ну, только не так, как ты, я неизвестных опускаю. Вот, которые там делают прям вот херово, короче. А потом во второй части передачи я, типа, снимаю, как я задаю вопросы, спецгость отвечает на них, тоже записывает, и я потом монтирую, типа, как интервью. Mm-hmm. Так что можем потом после эфира, я тебе объясню концепцию, может. Ну да, это еще не вопрос вообще, нужно. Просто она приедет к нам в Киев, какого там у нас числа Киев-то? 16-го, да? 16 декабря Киев, и она там, типа, это будет, по-моему, первое выступление такое большое. Она на разогреве, что ли? Да, специальный гость. Прикинь, Анюта на разогреве, я сам угорал, но это забавно, но это действительно все так. Еще, может быть, типа, грибы, ну просто придут в гости, потому что они тоже с Киева, я знаю чати, поэтому... Они говорят, просто зайдут чисто поплевать мне на лицо. Москаль клятый. Клятый москаль. Но я прикалываюсь на самом деле. Не, пацаны нормально тоже делают. Я вот, честно, тоже сегодня смотрел какой-то клип новый. Ну. Велосипед, наверное. Yes. Там жопы трясет, жопы. Ну я не на жопу, конечно, смотрю, я смотрю на картинку. Мне понравилась картинка, музычка такая. Ну, конечно, первые эти были по обои такие по. Ну да. Ну, все равно. Они молодцы, потому что, учитывая, что у них там творится. Это у них, они еще что-то делают, стараются. И Анюта в Одессе же, там, в области Одесской. Там у нее альбомов больше, чем у меня песен на альбоме. Да, а у нее, вернее, даже клипов больше, чем там. Вообще все. А у нее, она, правда, курить начала Винстон. Жестко давит Винстон. Просто засосывала. Но это я ее отучу. И она что-то покрупнела. Мне кажется, она приседает за штангой сейчас, становую делает. Но я с ней пообщаюсь. Ну это хайп, понимаешь, хайп она там, я не знаю, может и круче черную лопату не живет, поэтому. Я вообще не знаю, мне очень хочу ее вживую увидеть, потому что я до сих пор не верю, что вообще где-то она настоящая. Я думаю, это какая-то голограмма, виртуальная работа. Не, на нее там есть очень культовые хиты, типа там, я не знаю. Вот последняя она такая в модный звук ударилась. Да, у нее трэп там нормальный, рэпчик, да, не, она это лучше, чем слушать всяких копченых
у дотов, я не буду, ну и ты понял, да, и прочие бигуди, беспонтовые, которые там пытаются, значит, я там тот самый, который попробовал пиписку в милиции. Короче говоря, это все старания, не знаю, их просто, ну не знаю, лучше относиться к в рэпе этому с иронией, чем... А напряга в рэпе уже в 90-е, по-моему, прошли, когда там были всякие гэнгстеры, а сейчас уже делать... Не знаю, ну пускай, и тем более есть такие, как Гиопилка, которые, я думаю, его достаточно, чтобы создать космический груз там. Ну, вот эти вот ребята. А которые ноунеймы, вот эти, которые ждем на концерте.